Увеличивать пахотные земли в Хабаровском крае помогает новый бульдозер. Спецтехнику закупил краевой сельхозфонд и предоставляет ее фермерам в аренду на льготных условиях. В прошлом году на машино-тракторной станции фонда было лишь 2 машины. С их помощью площадь пахотных земель в крае уже выросла на 300 гектаров. В этом году с новым бульдозером специалисты планируют увеличить этот результат в 2 раза. Первым его арендатором стал крупный фермер из Вяземского района. Подробности в следующем сюжете. Картина не для слабонервных любителей природы. Мощный бульдозер подминает под себя березы, вербы и другие кустарники. Однако это не уничтожение лесов, а очистка сельхозугодий. Сейчас мы находимся на земельном участке одного из фермеров Вяземского района, который активно занимается расширением своих пахотных площадей. В данном случае расчищаем ему старые пахотные поля, которые уже 20-30 лет не использовались, и с помощью бульдозера удаляем древесно-кустарниковую растительность. Обычными тракторами, которыми пользуется местный фермер, превратить лес обратно в пашню невозможно. Нужна тяжелая специализированная техника. Так уже 2 недели в селе Красицком на заросших полях работает новый бульдозер. Он в 2 раза быстрее других машин проходит труднодоступные участки. Слушается, тянет хорошо. Площадь, я не знаю, ну гектара 2, если хорошо делать, чтобы потом мне же заходить тут разрабатывать. Гектара 2 в день можно. Вот здесь чуть полегче, здесь песок не промерзший, а по краям плохо, там вода, он как бы буксует, ну лед. Тяжеловато идет. Ну, в основном справляется нормально. Бульдозер стоит около 17 миллионов рублей. Приобретать в собственность такую технику ради 3 недель работы в год накладно. Между тем, увеличивать посевную площадь необходимо. Фермер Сергей Демидов здесь вырастет дополнительную кормовую базу для своего стада. Аграриев поддерживает краевой сельхозфонд. Он предоставляет технику в аренду на льготных условиях вместе с услугами трактористов. Если это делать на коммерческой основе у своих более богатых соседей либо специализированных организациях, стоимость аренды такой техники в 5-6 раз выше, нежели предоставляет краевой сельскохозяйственный фонд, ну, практически забивая в стоимость только амортизацию данной техники. После бульдозера землю нужно обработать роторной техникой, убрать корни деревьев и вспахать ее впервые за 30 лет. Все необходимое для этого тоже можно взять в аренду. На балансе краевого сельхозфонда сейчас 3 крупных единицы техники. Новый бульдозер сразу оказался востребованным. На него уже есть заявки от других фермеров Вяземского района. Благодаря нашей технике запланировано в этом году ввести 600 гектар новых пахотных земель. То есть на данном участке порядка 95 гектар у нас заявка фермера. То есть вот до конца марта у нас бульдозер будет трудиться в данной локации. После этого в Капитоновке еще порядка 80 гектар. Благодаря такому освоению заросших территорий в регионе ежегодно увеличивается посевная площадь. В этом году Минсельхоз края планирует ввести в оборот порядка 7 тысяч гектаров. Марина Рожко и Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Любой фермер может оставить заявку на льготную аренду техники на сайте краевого сельхозфонда.